Всемку. Ну что, ребят, продолжаем строить наш маленький городок. Так, давайте мы сходим сейчас с вами в город. Нам нужно будет сейчас с кем-то там поговорить. По-моему, если не ошибаюсь. Потом взять два певчанских и подойти к этому мужичку, который был в начале... Что это такое? Ага, ветка. В начале нашей первой серии. И дальше нужно будет по заданиям добыть там что-то там, установить ловушку, выжить в течение сезона, охота на дикого животного. Ну, короче, продолжим наше строительство. Так, здесь нам нужно будет поговорить с какой-то мадамой. Только где эта мадама? Если честно, я без понятия. По-моему, где-то здесь она должна быть, да? Бонжур. Ольга, привет. Hello. А я ж ты зайка. Так, вы незнакомец? Я не могу с вами разговаривать. Goodbye. Goodbye. Это очень ответственно с твоей стороны. Моя ж ты. Моя ж ты зайка, ля. Ой, ты косолапик. А что случилось? Олечка, а что? А что случилось? Ладно. Ладно. Идемте. Идемте, идемте, идемте. Так, это ты, с которой мне нужно поговорить? Так, привет. Чем могу помочь? Здравствуйте, вы... Доброня ега. Верно, приятно познакомиться. I'm Batman. Так, верно, приятно познакомиться. Что привело вас ко мне? Так, Юген сказал, что вы можете меня накормить. Я давно нормально не ел. Ну, смотря что вы называете нормальной едой. Но я могу предложить вам что-нибудь теплое с начинкой. Звучит более чем потрясающе. Вот так. А теперь расскажите что-нибудь о себе. Откуда вы знаете моего мужа? На самом деле рассказывать особо нечего. Я только что прибыл в долину в поисках дядюшки. Честно говоря, не ожидал, что поиски будут завершены так быстро. О да, он был другом Юнигоста. Ну и имена. Я припоминаю сейчас, что слышала, что у него было также такие же глаза, как и у вас. Сочувствую вашей потере. Это нормально. На самом деле, я его даже не помню. О нем узнал из рассказов моей матери. Она всегда уважала своего старшего брата. Хорошо. Судя по тому, что я слышала, многие люди поступили так. Угу. Угу. Так, единственная обувь. Это понятно. Спасибо, что сказали. Мне нужно было услышать. Хорошо, хорошо. Я была частью бродячей группы трубадуров. Понял. Я до сих пор помню, как впервые увидела Югента. Окей. Окей, в любом случае, похоже, вы были связаны любовью, бла-бла-бла. Можно мне, пожалуйста, пиво? Так, отлично, спасибо. Он обещал рассказать мне несколько историй. Ага, конечно. Ха-ха, спасибо. Все. До побачення. Не люблю долго читать эти все тексты. Идемте к Югенту. История Юнигоста. Так, бонжур. А что ты тут делаешь? Бочка украсть. Эх, у меня и так репутация немножко подпорчена. Так, а где наш Югент? Югент, Югент, ты где? Алло. Та-та-та. Бонжур. Блин, и понямать нельзя, да? Так, ну наш же с вами вроде есть где-то... Вроде где-то есть с вами пиво в карманах, правильно? Мне нужно будет с ним поговорить, пообщаться. Только где мне его искать, я без понятия. Может, мы сначала с вами пойдем построим что-нибудь, а потом уже будем с ним общаться? Сейчас, секундочку, кое-что проверю. Может, потом мы будем с ним общаться? Ну, ты явно не он, да? Ты Добромир. Так, а ты?
А ты стой, погодь. Бонжур. Так, ага. Так, доставить овсяный эль. Так, а где ты? Ты где-то тут, да? Неужели ты в поле или где ты тут? Блин, тут и заборчики можно строить. Прикольно, надо будет себе построить такие заборы. Так. Овсяный эль. Так, это ты? Здравствуйте, меня зовут. Чем я могу вам помочь? Ничем. Нет, я все еще... Нет. Я чем помочь? Продолжить. Так, как выйти отсюда? Я посмотрю. Как разбираться с этим компасом? Ну вот видите, вот сверху у меня находится... Ага, вот, 24 метра, все. Так, это ты? Да, это ты. Здравствуйте. Вы смотрите на счастливого хозяина дома из древесины. И я вернулся с пивом. Действительно хорошо сделана работа. Что ж, позвольте мне смочить горло янтарным, добрым и начинать вспоминать. Я знал Иордана 22 года до его смерти. Он был моим лучшим и самым верным другом, даже братом. Я помню день нашей встречи, как будто это было вчера. Мне было 25 лет. Я жил в большом городе. Ага, где я родился, можно сказать, что я... Блин, я не хочу это читать, честно. Не обижайтесь, ребят, но я не хочу в игре, где нужно строить, читать. Я был не чертовски хорош, если можно так сказать. Набивая карманы, было много моим хлебом и маслом. Так, я бы сказал, что вы заходите подождать и послушать еще много... Прежде чем бросить мне вызов. Нет, не хочу. Я хочу строить домик и ферму. Так, у нас был ежегодный фестиваль. Хорошо, это всегда завлекало в город кучу посторонних. Вы можете себе представить, что это значило для человека моей профессии. Я мог сделать дневной заработок за считанные минуты. Там несколько монет. Ага. Я крался за ним в толпе. Блин, ребят, я это проскипаю. Кому интересно, блин, я... Можете нажать на паузу и почитать. Я хочу пойти строить себе дом, а не читать много текста. Так, буду откровенен, все это звучит как выдумка. Ха-ха-ха, конечно, я и Шайка были единственным, кто видел изнанку шоу. Окей, да ладно, вы не можете просто оставить меня вот так. Ладно, я расскажу чуть больше. Не, спасибо, я не хочу. Все, выйти, пожалуйста. Выйти. Все, отлично. Дождитесь следующего дня. Да, давайте дождемся следующего дня и пойдемте строить, потому что скоро, я так понимаю, будет зима, а мы с вами даже себе ни колодец, ни рыбацкую бухту не построили. Так что все, кто хочет почитать, читайте, ребят. Серьезно, ну это бред. Писать столько текста, и особенно еще вот таким вот шрифтом, я половину слов не вижу. Чисто физически у меня все расплывается. Так что как-то так. Все, идем строить. Так, у нас где-то тут был мостик. Нам сейчас нужно будет с вами построить колодец. Потом, что сделать? Установить ловушку для кроликов. Только единственное, я не знаю, где нужно устанавливать ловушку для кроликов. Прикольно, мостик. Этого мостика я вроде не видел. Или видел?
А вот и наш домик. Правильно ж, это наш домик. Вроде да. Так, уточки, хорошо. А мне интересно, ловушку для кроликов в определенном месте нужно ставить? Или это можно сделать там, где моя душа пожелает этого? Так, и нужно, знаете, что будет сделать? Лопату. Лопату и повыкупывать пеньки. Я не знаю, может из-за этого деревья будут расти, когда пеньки типа срубишь, выкопаешь. Так, вот мой костер, вот мой, да, давайте, наверное, нет, не туда. Давайте мы посмотрим, сможем ли мы с вами сделать лопату. Вот, лопату мы сможем с вами сделать, хорошо. Теперь что нам нужно? Нам нужно нажать на кьюшку издания. Так, добыча, охота, дома, хранилище. Так, услуги, это не то. Мебель, декор, забор, здание. Так, дома. Нет, не то. Добыча. Колодец. Вот ты где, да? Вот ты где колодец. Давайте, наверное, возле домика аккуратно его тут и установим. Правильно? Да. Возле домика тут его так мы и установим. Так, бревно 3 штуки, да? Бревно 3 штуки. Окей. Идемте рубать бревно. Так, топорик же у нас с вами есть? Да, есть топорик. А еще нам нужно установить будет с вами на троечку лопату. Так, 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 так. Где у нас лопата? Вот она на троечку. Все, бомбись. Хорошо. Сейчас как раз посмотрим, как это все дело работает. Где наши пеньки? Вот наши пеньки. Так. Шикс, шикс. Все? Есть, бревно одна штука. Ага. Прикольно. Прикольно, прикольно. Мы даже бревна получаем, да, из пеньков. Ну, надеюсь, теперь там начнут расти деревья. И мы в дальнейшем, в будущем их сможем выкопать. Так, где-то еще тут было, я помню. Помню, где-то еще тут было. А если я тебя выкопаю? А, нет, не выкопаю. Ладно, нужен топорик. Хорошо, давайте рубить. Так, аккуратно, аккуратно. Ладно, чтобы как в прошлой серии нас сейчас тут бревном не прибило. Так, добыча. Установите ловушку для кроликов. Хорошо, мы установим с вами ловушку для кроликов. Давайте посмотрим, как она вообще выглядит. Это ловушка для кроликов. Это ловушка для кроликов. Охота. Так, рыба, рыба, рыба. Рыбацкая хижина. Охотничий домик. Охотничий домик. Хорошо. А мне нужно типа... Так, колодец. Мне нужно это вручную все делать или... Так, мешочек, каменный нож, деревянное копье, простой факел, снежок. Мы даже снежком сможем кидаться с вами. Прикольно. Так, здание. Охота, добыча, животноводство. Нет, не то. Так, поле. Мы сможем поле сейчас, фруктовый сад. Но фруктовый сад и поле мы будем строить уже, когда будет поселение, выберем. Так, услуги не то. А где она вся находится? Где-то. Где-то ловушка для кролика. Ладно. Ладно, разберемся позже. Побежали, доделаем колодец. Блин, нужно поле будет. Где-то, наверное... Где-то здесь может поле сделать. Только самое интересное... У меня нету людей, чтобы за этим полем и за садом следили. Блин, может садик здесь возле себя сделать? Как вы думаете?
Может, вот тут где-то садик себе возле колодца сделать. Было бы прикольно, я думаю. Сейчас попробуем. Ага. Бревна, бревна, бревна. Бревна нужны нам. Да, давайте попробуем сделать себе здесь садик возле колодца. Хотя бы маленький. Я не знаю, нужно ли будет за ним следить. Так, где пенек? Где у нас тут пенек был? И нужно ли будет следить за садом? Но если нет, то это будет замечательно. Так, ты кто? Ага, тут кто-то живет, смотри. Так, выброшенная добыча. Открыть. Рыбное филе. Принять. Прикольно, прикольно. Так, ты кто? Ведро. У нас ведро есть. Так, жареное. Что-то жареная рыба, жареная рыба. Я не знаю, повлияет ли это на что-то. Но у нас теперь с вами есть жареная рыба. Прикольненько. Нужно будет поесть и попить заодно. Так, давай берем лопату. Есть, хорошо, все. Так, топор. Не, топор. Возьми в руки топор. Ичпункс. Так, новое задание доступно. Хранилище, хорошо. Хранилище мы с вами сделаем, только давайте для начала мы закончим сейчас с вами колодец. Закончим колодец и покушаем и попьем. Но я так понимаю, нам колодец нужен будет ради из-за того, что будет зима, и походу это все замерзнет, правильно я понимаю? Ну, я так думаю, конечно. Может, я и ошибаюсь. Бомбс. Так, хорошо. Ага, а мы так дышим из-за того, что мы хотим либо пить, либо есть. Походу, пить хотим, да? Все. Тихо. Ой, вкусно как. А сейчас колодца попьешь. Вообще вкуснятина будет. Все, еще чуть-чуть. Так, соломка. Ага, либо я спать хочу. Либо я хочу спать. Ладно, давайте понямаем, что у нас тут есть. Так, рыбное филе, соленая рыба. Так, хорошо. Сушеная рыба. Сушеное мясо. Ну все. Отлично. Так, мне нужна соломка. А соломка у нас находится. Ой, все. Как говорится, мы теперь знаем, где находится соломка. Не знаю, стоит ли делать запасы перед зимой. Наверное, зимой соломки не будет. И нам придется забивает, наверное, ящички. Ну, посмотрим. Не будем, как говорится, забегать наперед. Все, отлично. Что у нас тут? Создать ведерко. Бум. Так. Ведро с водой. Так, открыть. Ведро с водой. И что? 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 Кого? Так. Передать стопкой. Либо что? Так.
Ага, хорошо. Что-то вроде кого-то, что-то куда-то. Так, давайте спадки ложиться. Давайте ложиться спать. Спать следующий сезон. Спать следующий день. Спать следующий день. Так, доброе утро, ребят. Что мы здесь можем с вами приготовить? А ничего, у нас все закрыто, да? Рецептов у нас с вами нема. Ну, нема так нема. Так, давайте смотреть. Да ты что, ну красота, что я могу сказать. А как мне убрать тебя только? Как мне, как говорится, тебя убрать? Так, не то. Блин, а как мне тебя убрать, или я никак тебя не уберу? Так, создать. А как мне убрать, вообще убрать постройку? Это можно? Или типа нет? Или типа нельзя? Не, мне в принципе... Блин, прикольные звуки. А мне в принципе этот костер и не мешает. Ладно, давайте теперь посмотрим. Нам нужно сделать... Так, деревянное копье, это понятно. Ножик. Так, что мне нужно? Деревянное копье. Хорошо, давайте создадим деревянное копье. Охота на диких животных, это понятно. Так. Каменный нож. Каменный нож. Каменный нож. Мне нужно камень. Две штучки. Окей, без проблем. Раз. Два. Давайте создадим. Поговорить с Югентом. Нет, не хочу с ним разговаривать. Я хочу строиться. Я хочу развивать свой участок. Так. А что мы там с вами смотрели? Давайте посмотрим еще раз. Так. Стоять. Что это такое? Хранилище. Ух ты, ё, какое ля. Какое хранилище. А это хранилище, наверное, нам нужно будет с вами строить где-то. Где-то в этой стороне, правильно я понимаю? Где-то в этой стороне нужно будет хранилище строить. И как-то, наверное, вот так. Вот таким образом. Так, хранилище. И нужно ли нам тут хранилище? Вот это я вот думаю. Развиваться ли тут? Вот в вот этом вот месте, либо нет. Просто можно взять сейчас забор, когда у нас будут доступны вот ворота заборы, когда у нас будут доступны заборы. Просто забором все отнести. Примерно вот до этого уровня. А здесь где-то сделать ворота, чтобы мы сюда могли входить. А это будет наш чисто такой первоначальный домик. Так, что там по поводу... По поводу сада, помните, мы говорили, что хотим садик себе сделать. Так, фруктовый сад. Как его делать? Как его делать? Так, давайте. Давайте смотреть, как оно. Ага. А чё оно так неровно? Чё оно так неровно? Я хочу ровненько себе. Я хочу себе ровненько. Алло. Алло. Так, поле. Фруктовый сад. А чё за бред? Почему оно так неровно? Ну, то есть вы видите, да? Ладно, давайте как-то... Я даже двигать его не могу. В чем прикол? Я не могу его... Его двигать. А поле тоже, да, такое же самое будет? И поле тоже самое, такое же самое будет. Угу.
Ладно, ладно, давайте тогда сделаем вот так, попробуем. Так, поля выложены плиткой, каждый может содержать до одного типа растений. Так, удобрение, вспашка, посев, выбор овощей, уборка. Блин, ну мне для этого нужны будут людишки, я думаю. Так, пишу. Мне тут что-то нужно, да? Так, что мне нужно будет? Мне нужно будет деревянная мотыга. Вот, давайте сделаем деревянную мотыгу. Переместим ее с вами на четверочку. Так, деревянная мотыга на четверочку и посмотрим. Все, шикарно. Требуется сумочка с семенами. Ага. Значит, мы тут с вами не сможем, да, ничего сделать. А как вообще отменять постройки? Либо их нельзя отменить. Ну, то есть, как бы, если я захочу перенести, к примеру, вот этот вот домик. Что мне с ним нужно сделать? А, вот удалить могу. Хорошо, а с колодцем? А с колодцем? С колодцем не могу. Ладно, ладно, мне нужна сумочка с семенами. Окей, тогда давайте смотреть, где у нас находится охота. Охота, рыбалка. Так, ну тут у нас дома. Тут у нас хранилище. Блин, не знаю, стоит ли строить сейчас хранилище. Стоит ли это все делать? Так, коровки. Поля, хорошо. Так, охотничий домик. Колодец, колодец, колодец. Маленький дом. А где мне такие, извиняюсь, установить ловушку для кролика? Где мне эту ловушку для кролика брать? Так, изготовьте. Может и нет. Так, давайте смотреть. Навыки, знания о подземных богатствах. Охотник за сокровищами. Так. Мул. Следующий уровень. Так, уверен, что хотите потратить балл на навыки этого? Нет. Так, знание о подземных богатствах. Знание об охоте. Может, вот знание об охоте? У вас недостаточно, которое можно потратить. И как мне их потратить? Знание о выживании. Знание о выживании. Давайте попробуем. Бумс. И что это нам дало? Что это нам дало? Сможем ли мы теперь что-то с вами строить? Знание об выживании. И ничего. Так. Недостаточно технологии выживания 24. Хорошо, хорошо. И что теперь? Блин, ну только склад строить, правильно я понимаю? Только строить хранилище. Ладно, давайте строить хранилище, что я могу сделать. Давайте построим, значит, хранилище с вами где-то тут. Здесь же мы еще не можем строить, здесь уже все. А сюда будет, наверное, некрасиво, да? Если мы тут хранилище поставим, или нормально будет. Во, вот так как-то. Бумс. А давайте тут хранилище и поставим. Так, что мне для тебя нужно? Камень, камушек, камушек. Блин, на крайняк, если что, можно будет все перестроить. Это не проблема. Все перенести, все перестроить. Ну, здесь у меня будет хранилище. Я хочу здесь еще рыбу добывать потом. Так что
Нормально. Это будет чисто мой домик. Я не знаю, можно ли его будет... Так, украсить окно, стена. Ага, ля, можно будет украшать его. Можно будет потом удалить и сделать из него каменный домик. Не знаю, может, хранилище сейчас попробуем каменным и сделать. Попробуем сейчас каменным хранилище сделать. Конечно, если у нас будет с вами доступно столько камней рядышком. Так. Так, дай сюда. Ну дай, давай. Все, хорошо. И еще чуть-чуть. Единственное, что я здесь не понял, это по поводу, значит, этих очков навыков. Типа то, что оно нам дает. И по поводу вот этого вот всего. Типа не хватает мне 27, 27 из 50. Сейчас попробуем построить здание. Посмотреть, если нам даст что-то, то значит это все из-за этого. Бум. Бревна 10 штучек. Хорошо. Бревна 10 штучек, это не есть проблемка такая уже. Ага, мы пить хотим. Давайте. А, не, у нас же колодец есть, куда я? У нас же с вами есть уже колодец. А я все к речке бегаю. Ой, вкусно, да? Так, побежали. Побежали, побежали рубить деревья. Не помню, сколько. 10 бревен, по-моему, нужно было. Давайте тут пару деревьев срубим. На этой дороге. Все, 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 все. Ну, добежали, все, умничка. Так, давай. Блин, ну так дышать тяжело, мне аж самому. Ага, топорик закончился, хорошо. Хорошо. Каменный топор, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Все, отлично. Так, только не на меня. Ну, ты падать собираешься? Во, собирается. Так, давайте берем лопату. Берем лопату. Забрали раз. Забрали два. Забрали три. И давайте немножечко. Так, топорик. Во, раз. Все? Два. Нет, не все. Заберем по максимуму. Ага, мы по максимуму уже не заберем. Так, навыки. Навыки, навыки, навыки. Знания дипломатии мы не можем потратить. Знания о подземных богатствах. Мастер кирки и лопаты. Ладно, давайте пройдемся. Один из трех. Все, не могу больше. Знания об охоте нету. Будем, короче, по очереди прокачивать, не знаю. И посмотрим. Так, что мне нужно? Мне нужен инвентарь и выкинуть всякий хлам. Так, по поводу камня. Бросить. Все, побежали. Ну как побежали? Полупоползли. Сейчас достроим склад и, наверное, в склад сложим все лишнее. Типа ведра с водой или что у меня там. Они нам только мешают, я так понимаю. А вот интересно, где мне найти зерна для посадки моего сада. Я, наверное, все-таки буду свое поселение вверх туда вести. Здесь где-то мы посадим с вами огород. Только единственное, мне не нравится то, что он не крутится в разные стороны. Ну, вы поняли, да, что только таким вот треугольником. Вот это вот поднапрягает немножко. Ну, ладно.
перфекционисты вышли, как говорится, из чата уже давно. Так, давай. Ага, бревно 4 штучки. Ну, вроде есть, нормально. Фух, да. Ну, все. Прекращаю. Мне нужно еще с этим Сьюхертом поговорить. Я не хочу, он сильно, сильно много разговаривает. Говорится ни о чем. Не знаю, вот я думаю так, если ты уже делаешь такую игру, ты либо перевод делай, чтобы оно его озвучивало, либо вообще вот эти вот диалоги можно, в принципе, я думаю, и сократить. Все, хорошо. Дай сюда. Дай сюда, дай сюда. Ага, и дальше мы не можем идти. Окейушки, выбросить. Так, 49 дрова. Ладно, давайте. Давайте что-нибудь покушаем. Обувь Расамира. Это мне типа дать ему нужно лишь. Так. Где у нас сушеная рыбка? Оп. Давайте покушаем с вами. Все, хорошо. Отравление. Употребление некоторых грибов, а также невзрослых фруктов или гнилых продуктов может вызвать отравление, которое может быть смертельным. При отравлении параметры сытности могут быть увеличены. Хорошо. Но мы явно не отравлены. Мы ж кушали свежее с вами, так что нормально. Ой, как мы медленно с вами идем. Да ты шо? Блин, ну зато можно понаслаждаться природой. Ну скажем так, товарищ разработчик, это так не работает. Когда ты берешь что-то руки тяжелые, пытаешься нести, ну ты не идешь с такой скоростью. Ты специально не идешь с такой скоростью, потому что чем медленнее ты идешь, тем быстрее ты устаешь. Ты стараешься как можно быстрее пронести дальше тяжелый предмет. О, это-то я буду полчаса идти, да? Это я буду сейчас так полчаса идти. Хорошо. Где наши бревна? Где наши бревна? Где оно? Так, игра. Где бревно? Каменный топор, дрова. Вот. На дворе дрова, на траве. Трава. Принять. Дрова. Или что я выкину? А, я дрова просто. А зачем мне дрова? Мне они не нужны, правильно. Все, жареная рыбка. А где бревна? Не знаю, может где-то я увидел бревна, ну ладно. Во-во-во, шо на лошадке? Иго-го. Ты-дык. Все, еще чуть-чуть осталось. Говорится, ребята, потерпите немножко. Хотя, может, изначально я неправильно начал строиться, что я здесь начал его строить. Но я хочу эшеру, я хочу себе свой маленький участочек. Даже пусть, если будет деревянный домик, уже, в принципе, не столь так и смертельно. Для горожан уже можно и каменное строить, конечно, но... Я здесь человек простой, скромный, и мне такого деревянного домика за хуй хватит. Конечно, на зиму его придется глиной утеплить. Потому что будет продувать в такие щели. Но это уже, как говорится, другой вопрос. Блин, я даже не знаю, о чем я говорить, пока мы с вами идем. Так, а у меня как-то дом то бревно, то стена, да? Как-то построено, конечно... Как-то построено, конечно, да. Так, надо будет, наверное, его потом перестроить. Так, давайте смотреть. Что мы можем тут сделать? Так, стена. Бревно, а я могу его сделать веткой на ешку. Нет, ничего не работает, да?
Так, строительство хорошо. Стены могу как-то изменять или не могу? Главное, что у нас веток очень много. И это меня радует. Так, плетеная стена. Почему я не могу изменять? Почему я не могу изменять это все? Стройка, починка, поврежденный модуль. Ладно, пусть будет уже плетенка. Хорошо. Пусть уже хоть что-то будет. Ну, то есть я здесь не могу нажать и изменить себе на то, что я хочу. Либо это по стандарту идет. Ну, вы поняли, да, чтоб у меня там окно было, там у меня стенка была. Здесь такого изменить я не могу. Так, у меня молоточек скоро закончится. У меня закончится скоро молоточек. Нужно будет два штучки себе сделать. Когда я сейчас буду бревно себе рубить. Так, веточки у меня закончились. Хорошо. Давайте пособираем. Хорошо, что можно зажать Ешку, и оно само его собирает. Все, отлично, отлично. Так, ой, а я сломал молоточек. А без дерева мы с вами не сможем сделать молоточек. Так что давайте рубить эти деревья. Я думаю, их можно, в принципе, все срубить, да? Так. Осторожно, осторожно. Так, забрать, 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 забрать. Где ты? Вот ты. Давайте смотреть. Мне нужно будет два молоточка сразу. Вот по-любому нужно будет две штучки себе его сделать. Все, хорошо. Теперь берем лопатку. Ну. Дай забрать. А, это не лопатка, это у меня мотыга или как она там. Где наша лопата? Вот наша лопата. Все. Говорится, до побачення. Так, мне нужен молоточек. Нужен молоточек, деревянный молоточек. Давай вот сюда. Так, бумс, чпоникс. Не знаю, мы же как-то неправильно это все делаем, но здесь вот видите, нельзя. Так, стойка для дома и постройки. Удалить одиночный, починить поврежденный модуль. Короче, не хочет у меня делаться деревян, эти как и каменным хранилищем. Так, бревна еще нужно будет. Окей, окей, хорошо. Давайте сначала насобираем палочек, веточек. Потом нужно по-любому будет, наверное, соломки собрать, да, себе. Постелить. Скажи, знал бы я, упаду, соломки постелил бы. Все, шикарно. Не, конечно, не против, что оно так все долго делается. Мне это, в принципе, чем больше оно строится, тем больше я себе видосов запишу. Но, с другой стороны, это все медленно. Так, что нам нужно? Еще веточки нужны. А тут соломка, да? Да, тут соломочка. Хорошо. Давайте соберем веточки. Соберем соломочку. Я так понимаю, она нам пригодится. И нужно будет, наверное, без записи пособирать просто соломки себе и сложить ее в ящички, если здесь, в принципе, будут ящики. Да плюс немножко разгрузить себя. Так, давайте, значит,
делать вот так. Так, с этим закончили, да? Теперь вот сюда. Или нет? Там, где соломка, там и бревна. Хорошо. Блин, даже мухи летают. Так, хорошо, сюда. Так, закончили. Давайте еще пособираем. Блин, я не знаю, где мне брать с вами семена. Так, не туда. Где мне брать с вами семена, чтобы посадить садик нам яблоневый рядышком возле домика. Новый уровень. Чего-то мы добились. Так, давайте смотреть. 74, да? 44. А, 44. А было, 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 но прошло. Так. Это, наверное, из-за того, что я строю и собираю, и вот это вот навыки появляются. Правильно я понимаю? Я так надеюсь, что это так работает. Так, давайте попьем. Ой, вкусно. Давайте попьем и попробуем достроить это все. В принципе, бревен 5-6, и мы это все закончим. Все, остались только бревна. Правильно я понимаю? Ну, по идее, да. Может и нет, а может быть корова крыца, а может быть собачка. Так, побежали. Все, 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 все. Скоро баиньки, все хорошо, скоро баиньки ляжем. Но нам бы только склад закончить и ляжем байсечки, все. Понятно, ты устал. Крыца, я устал, я ухожу. Все, минус... Минус 2, минус 2. Так, мне нужна... Мне нужна лопата. Так, раз. Два. Теперь берем топор. Бумс. А вот это было... Вот это было серьезно. Могло придавить, да, я так понимаю? Говорится, хорошо, что я увернулся. Так... Где тут еще деревце было? Вот оно. Чпунькс. Бумкс. Так, все. И медленно теперь движемся к нашей цели. Блин, в этой игре можно просто включить звуки природы. Здесь построить себе стульчик и сидеть. Наслаждаться этим всем. Давай чуть-чуть быстрее, немножечко, самую малость. Потому что скоро зима, а мы с тобой еще даже ничего и не построили. Да, тяжело, очень тяжело, понимаю, да. Ой, прям вот настолько, да, все. Фу, да. Прям как на второй этаж, скажи, поднялся, да? Ну, и еще чуть-чуть, еще самую малость. Да. Во, умничка. Молодец. Красавчик. Лучший. Вообще, да. Самый лучший из лучших. Ага, бревна. Как, блин, это все долго происходит. Ну, предлагаю так и оставить. Как вам? Как вам идейка?
Да, ребят, кто, как говорится, смотрит эту серию, то рассчитывайте, наверное, серии на 200 этой игры. Но я думаю, не меньше. Вы сами видите, как происходит тут стройка. Не знаю, может я начну, конечно, собирать ресурсы перед записью, но навряд ли. Потому что параллельно я, бывает, еще записываю еще пару игр. Так, где бревно? Where are you? Короче, бревно где-то пропало. Ладно. Давайте сбегаем. Доделаем то, что сможем. Так. Чпоникс. Бомкс. Пидыдыш. Так, вот тебя давай мы... Ага, бревна нет, да? Раз, два, три. Нам нужно три бревна. Так, установить ловушку, ловушку для кроликов, охота на диких животных. А может мы просто возьмем в руки копье? У нас же есть в руке копье, правильно? Деревянное копье. Мы с тобой установим его, к примеру, на пятерочку. Возьмем и там, где там животные, побегаем за ним, попробуем его споймать днем. Я думаю, может так лучше будет, потому что что-то я не могу понять по поводу ловушки для кроликов. Может, мне для этого нужен, может, кузнец, может, еще кто-то, чтобы это все делал. Все, все, тихо, тихо, тихо. Мне еще комаров не хватало. Так, одно вид. Так, лопата. Лопата, я сказал. Смеяться после слова лопата, да. Так, все, три бревна есть. Хорошо, побежали. Давайте закончим это безобразие и ляжем баиньки, потому что ночью ничего не видно. Хотя вроде даже светло. Так, бум, чпуникс, бруникс. А это что? Да ты меня, падла. Ага, ты издеваешься, да? Ты издеваешься, я понял. Ладно, мне ж не тяжело. Мне ж не тяжело сбегать. Ну все, 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 все хорошо. Ага, вот кролики. Вот кролики. Как? Дай, дай, дай. Как мне поставить на кроликов, если я его ж не догоню? Так, где бревна здесь были? Здесь где-то были бревна, где их рубал. Вот, раз. Два, три. Надеюсь, хватит. Все. 25-й раз я уже не побегу. Как говорится, отстаньте, пожалуйста. Так. Чпоникс. Ну. Е-бей-э-бе, да? Да, мы построили. Так. Фундамент, хранилище. Хранилище, фундамент. Хранилище, хранилище. Что мы тут можем с вами? Что мы тут с вами не можем? Что в это хранилище мы сможем с вами вложить, либо не можем? Так, давайте посмотрим. Давайте ведро уберем. Ведро уберем. Также мы с вами уберем. Монетка, у нас 50 монет. Как-то нужна нам монетка, да, по-моему, нужна. Я не знаю. Яблочко давайте уберем. Подорожник. Так, сушеное мяско мы скушаем. Средняя плетеная корзинка убрать. Рубаха, рубаха. Это типа то, что на мне одето, либо у меня еще дополнительная есть одежда. Так, давайте поспим. Давайте поспим. Спать следующий сезон. Не, я не хочу следующий сезон. А зачем мне следующий сезон? Ну ладно, давайте. Спать следующий сезон. Хорошо. Отлично. Та ты шо, ля, дождик начался.
А нам бы сюда еще семечка, да? Вообще было бы шикарно. Так, не знаю. Когда дождь идет по звуку, слышно меня, не слышно? Давайте посмотрим. Зверобой, нам оно тоже не надо. Деревянная мотыга. Лопата, бревна, бревно. Бревно тоже можем, да, сложить? Блин, я предлагаю, наверное, сейчас... Цикорий нам не нужно. Цикорий нам не нужно. Предлагаю посмотреть, что тут по поводу строительства. Что мы можем делать? Что мы не можем делать? Деревянный сарай. Деревянный сарай. Зачем мне деревянный сарай? Типа, что он мне дает? Так, здание добычи работников. Валят лес и добывают бревна и ветки из бревен. Производят дрова и доски. Так, рыбку, охоту мы не можем, да? Поля, фермы. Ну, до коровок нам еще далеко, я так понимаю. Окей, окей, окей. Вот это я даже не знаю. Вот это я вот даже не знаю. Куда бы эту постройку мне б разместить. Блин, может быть, знаете, что нужно будет сделать? Может попробовать здесь построить обычных домиков для своих селян, горожан, я не знаю, как их называть. Может где-то тут домики начать строить. Вот это вот место, к примеру, отдать под поле. Вот это вот место, к примеру, отдать под поле. А здесь строить дома. Вот как раз есть дорога. Здесь будет у нас где-то заборчик, вот так. А здесь строить дома, да? Сможем ли мы с вами построить обычный где-то здесь домик? Так, жилое строение здесь, да. Я предлагаю делать, к примеру, начать строить вот здесь домики. В чем проблема? Почему ты не хочешь? Наверное, тебе камни, да, там мешают? Или что тебе мешает? Да, ему что-то там мешает. Так, а в чем проблема? Что не так? Что тебе не нравится? Говорится, что тебе не нравится? Ага. Вот тут можно, да, строить. Так, а давайте посмотрим, к примеру, раз. Вот здесь у нас будут с вами жить жители. Я вот так построю много-много домиков, к примеру. Так, маленький дом, маленький дом. К примеру, два в ряд вот так построить, два домика. Здесь это будет наш домик, а это для наших жителей. Так, ворота, заборы. Заборы я пока не могу. Ворота тоже. Ага. Зато дороги могу. Ну, дороги нам пока мест не нужны, я думаю. Дороги мы потом вот так отсюда проведем вот сюда. Так, ребят, давайте, наверное, я предлагаю, знаете, что сделать? На этом, в принципе, серию закончить. Я понимаю, что она была ни о чем. Мы просто построили один сарайчик. Я понимаю, что мы с вами построили один сарайчик, но по-другому никак. Наверное, в следующей серии мы...
следующей серии мы что мы сможем? Так, стена 95%. Она еще что, повреждается, ли ему понять? А чего она повреждается? Прикольно. Кажется, прикольненько, она еще повреждается. Или надо было все-таки мне хранилище переносить вот туда строить, я не знаю. Ладно, давайте, наверное, в следующей серии мы сходим к нашему этому Юнгерту. Мы должны будем к нему сходить, с ним пообщаемся. А потом уже посмотрим, может, построим, найдем, как установить ловушку для кролика. Я, честно, без понятия, где она здесь находится, я не могу ее найти. Может, в какой-то из этих штук. Ловушки. Ага, а вот и ловушка для кролика. А вот и ловушка для кролика. А можно ли ее устанавливать возле дома или обязательно... Или обязательно здесь. Хорошо, давайте построим ее тут. Давайте построим ловушку тут. Превышен лимит ловушек. Ага. Вот и прикольно. Ну, тут должны быть, да? Кролик или нет? Так, зарядить. Сборка. Разломать. Ага, мы можем уничтожать вот так, таким образом, да? Прикольно, прикольно. Так, а где это была ловушка? Где это была ловушка? Так, а где это была ловушечка? Я на радостях, что я нашел ловушку, я... Я забыл, где она была. Так, это не смешно, это не смешно. Так, дома не то. Не то. Я серьезно, я не шучу, я уже забыл, где оно находится. Я уже забыл, где оно находится. Ага, вот оно где находится. Так, антенничество, сточные горшки, освещение, хорошо. Хорошо, 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 хорошо. Давайте, наверное, туда ловушку для кролика тут установим. Тут же кролики бегают, все. Им же больше... Больше ничего ж не надо, правильно? Так, отлично, все. Ловушка у нас есть. Охота на дикого животного. Ну, с диким животным мы с вами разберемся. Так, а давайте попробуем. Если мы сейчас подойдем с молоточком... Подойдем с молоточком и захотим разобрать что-то. Мы сможем это сделать? Так, костер пропал. А если мы подойдем сюда и уничтожим? Да, мы сможем это снести, если что, перенести. Это хорошо. Так что все. Гребаный дождь. Всем мур-мур, всем да потом. В следующей серии уже продолжим наше выживание. Возможно, в следующей серии я перенесу свой домик, может, куда-то туда, может, на новое место, а может быть, с этого мы и продолжим. Посмотрим, не знаю, как оно будет, так что все. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и до потом.